Всем салют. В общем, друзья, результаты анализов пришли. Они пришли довольно-таки быстро, там спустя пару часов, как мы уехали. То есть это прикольно, спасибо там сотрудникам клиники. В общем, что я сдавал? Я сдавал анализы на 6 гормонов. Вы увидите там в углу у себя результаты. И из референса, из нормы выпадает только эстрадиол. Ну, как док сказал, это, в принципе, при высоком уровне интенсивности физических нагрузок это нормально, и у него самого такая фигня была, когда он сдавал. В принципе, это допустимо, ну, и как бы объясняется. Вот. Все остальное вроде, как я вижу, оно в пределах, да, в пределах норм. И как док сказал, там, какие бы у тебя анализы не были, все равно там найдутся люди, которые будут трактовать это, ну, в сторону того, что там когда-то что-то применял, либо сейчас почистился, либо там какие-то подавляющие препараты там применяешь. Ну, я в этом не разбираюсь. Ну, и в принципе, да, скорее всего, это всегда можно как-то там обосновать, объяснить. И, как он сказал, единственный нормальный вариант выяснить, применял ли ты там какие-то запрещенные препараты или нет, это анализы ВАДА. Но и то там можно, конечно, проплатить и получить нормально. Но, типа, они должны, ну, то есть при условии, что ты там никому ничего на руку не дашь, то они должны показать, выявить именно применение чего-то такого непонятного, ненужного, что спортсмен не должен применять. Вот. Ну, детальный разбор должен выйти у него на канале. Так что, ребята, короче, туда переходите и посмотрите. Скорее всего, он это же видео давно выпустил, потому что у меня нет такой оперативности в публикации всего материала. Вот такие дела. Вот. Ну все. Короче, спасибо за просмотр. И пишите свое экспертное мнение по поводу анализов. Будет интересно. Все, пока.